День второй, дождливый, да? Да, сегодня у нас идет дождь, гроза, такое вот черное небо. Возможно, меня плохо слышно. Да, возможно, шумит ветер. Вот такое вот черное небо, но океан спокоен, хотя вон за коралловым рифом, там сильные волны. Утром мы проснулись от того, что шел дождь, потом немножко распогодилось, а потом опять стало дождливо. Вот как колыхаются от ветра пальмы. Мы с Настей искупались. Да. Вот они, мы какие хорошие. Вот сейчас мы что будем делать? Возвращаться в отель, наверное. Да. Будем что-то там делать, пока не пройдет дождь. Потому что. Короче, привет вам всем. Привет вам всем с Мальдивии, с